Тогда представляю соперников и первым бойца в синем углу. Ему 33 года, рост 175 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Его стиль — вольная борьба, его прекрасный профессиональный рекорд. Три боя и три победы, представляющий город Душанбе, Таджикистан. Приветствуйте, Бахтамар Текиев! И его соперник в красном углу. Ему 23 года, рост 178 сантиметров, вес 69,8 килограмма. Его стиль — ММА, профессиональный рекорд бойца. Два боя и две победы, представляющий Гудермес Россия. Вот он, Ахмед Ханбиев! Рефери поединка — Герихан Шибилов. Бойцы на середину. Напоминаю, затылок не бил, позвоночник не бил, перчатки, шорты, сетку не хватает. Удары, локти, направление 12-6 запрещены. Все понятно? Пожали руки. Главный бой утренней сессии турнира ICF Young Eagles 42. Вашему вниманию прямо сейчас легкая весовая категория. В синем углу Бахтавар Тайкиев, в красном Ахмед Ханбиев. Цифры на ваших экранах. Два непобежденных спортсмена на 10 лет старше Бахтавар и при этом на 3 сантиметра выше Ахмеда Ханбиев. И размах рук у него тоже получше. В правосторонней стойке он работает. Удобный для левши. И фронт-кик от него. И зажимается. Очень опасно и очень зря это делает Тайкиев. Вот сейчас вот так возле сетки на него просто налетает коршуном Ахмед Ханбиев. И следующий эпизод может закончиться гораздо хуже для таджикского спортсмена. Пока два лок-кика было от него. Еще один. И джеб от Ахмеда. По корпусу серия ударов. Работает на замедление соперника. Опять же излевший. А удар в пах был. Но все в порядке. Паузы нет. Еще давление. Здорово. Ух ты! Ничего себе. Хорошую скорость показывал там Ханбиев. Достал до корпуса здесь Бахтавар. Ахмед держит дистанцию. Да, нет выдающегося бокса здесь видно по постановке рук у Бахтавара, но скорость неплохая. Чувствует он оппонента тоже неплохо. И нагружает переднюю ногу тем временем. Вот так потихоньку, потихоньку, потихоньку. Да, нагружает именно правое бедро с внутренней стороны. Здесь уже лоу-кик от Ханбиева. Попытка прихватить ногу у Ханбиева не удалась. За всю свою карьеру Бахтавар не проводил клетки больше одного раунда. Есть попадание в голову. Левый прямой зашел в цель. Оверхенд мимо. Да, и попытка здесь забросить этот оверхенд была, выглядела, вернее, как отчаянная. И вот здесь опять разряжается по защите Ханбиев. Вторая минута подходит к концу. Уже несколько раз очень опасно проваливался Тайкиев, но Ахмед не бросается. Джеб. Ну, не летит, да. Не летит Ханбиев. Хотя, казалось бы, можно здесь очень быстро преуспеть. Попытка побороться. И вызвана она хорошими действиями Ханбиева в стойке. Забирает спину. И вот такой тейкдаун оформляет Ахмед Ханбиев. Браво! Попытка пересесть. Фулмаунт тут же, но ставит бедро Бахтавар. Колено на животе, тем не менее. Что дальше? Дальше не заходит, потому что очень высок риск. Но нет, посмотрите, все-таки зашел. И не стал использовать сетку Бахтавар Тайкиев. Вот такие удары в разрез. Там что-то прилетает, что-то нет. Да, отчаянно защищается Бахтавар. Локти, конечно, нужны, да, и они будут иметь самое ключевое значение. Подворачивается, еще пропускает. Не сказать, что прям такие сильные удары. Но темп их хороший. Да, их много, и вот насколько Ханбиева хватит в этом плане, насколько он готов. Ух, какие локти прям в лоб. Времени еще очень много, и спокойно, увесисто работает Ахмед Ханбиев. Сейчас небольшую паузу взял. Да, говорит Шибилов, что головой аккуратнее нужно работать. Еще накидывает. Камерфисты. На самом деле не такая уж и активная оборона у Бахтавара Тайкиева.
Еще и еще. Раз за разом работает. Будто бы на... Нет, по затылку бить нельзя. Все. Все, все. Бой завершен, да. Все-таки была неактивная оборона с точки зрения Герихана Шебелова у Бахтавара Тайкиева. И, соответственно, Ахмед Ханбиев оформляет третью победу в карьере. И это первое поражение для Бахтавара. Победа техническим нокаутом. Браво. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Таким образом, утренняя сессия у нас подходит к концу. В вечернем блоке, напоминаю, еще 15 поединков от начала. 16 часов 30 минут по Москве. Там увели Бахтавара. Время остановки боя 3 минута 39 секунды первого раунда. Техническим нокаутом одержал победу и становится победителем главного поединка турнира ACA Young Eagles Fight Days. Боец красного угла Ахмед Ханбиев. Поздравляем Ахмеда Ханбиева с этим успехом. И на этом утренняя сессия.